Я пошел, попал в историю. Снимаю цветочку нашей церкви. Jesus – это Слово Божье. И кто принял Его, и кто стал по характеру овцой и был побит, достоин быть царем. И об этом поют женщины. Мужчина, который последует за Иисусом Христом, характером, описанным в Библии, будет достоин принять честь. Вон, я даже привстал, чтобы лица их, ангелочков этих, запечатлеть. Американцы хором поют, совсем не то. А здесь цветочки наши поют славу тому, кто принял силу свыше. Мы с ним начинали эту церковь. Три человека, четыре, пять, а сейчас много. Приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа в это чудное время, когда мы можем собраться в дом молитвы и помолиться Господу, и пропеть псалом, послушать слово, помолиться, принести ему молитвы. Спасибо вам, что вы пришли сегодня в дом молитвы. Мы вам очень благодарны. И мы хотим, чтобы все получали благословение, потому что благословение дает Господь. Господь хочет благословить каждого из нас. Дает бесплатно. Мы приходим к Нему. Возьми и его. Говорим: Господи, благослови меня, благослови мою семью, благослови мое наследие, благослови меня во всех путях моих. И это благословение, оно обогащает и печали с собой не приносит.